Небольшой каламбур. Ключи от каламбура, что на тебя сегодня, да? Пароходик аншлага такой проплыл там. Так, вопрос ко всем. Ко всем троим. От каких аллей вы бы отказались? Всем нам четыре человека. Вопрос ко всем нам. От каких ролей вы бы отказались даже за баснословный гонорар? Ну-ка, раз, два, три. Нет, каких? Нет, подождите, я отказался. Я отказался. За баснословный? За баснословный? Не поверишь. Вот, ну-ка, скажи вот мне, сколько тебе предлагают. С той разницей я отказался от Шагала. Оплатить буду? Там хотя бы... Подожди, ты отказался от Шагала из-за ПМС? Я, извините, кто не в курсе, поймай меня, если сможешь. Да, там просто можно было с фляжкой выходить на сцену. В пользу фляжки отказался. И красных носков. Дурак ты, Андрюх, конечно, прости. Спасибо, я знаю. Но не, мне... ту, не ту дорожку выбрал. Встал, знаешь, не на теле, с паровозиком начинается ромашку. Так должно было быть. Все, что не делается, все к лучшему. Бабушка Агафья ненадолго заходила сейчас. А вы сразу дурак-дурак. Есть ли, Сережа, роль, от которой бы ты отказался даже за баснословные деньги? За баснословные нет. Прости. Ну, может быть, тебе претит какая-то роль. Может быть, там это... Кем-то брас, если... За баснословные нет. Пусти. Еще одна шутка.